Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Nissan Жук 2011 года выпуска, двигатель 1.6, механика, передний привод. Пробег на автомобиле 80 тысяч километров. Заменю самое простое, что можно сделать, дворник заднего стекла. Снимаю старый дворник. Так, а дворник уже не родной, дворник уже менялся. Нажимаю фиксатор снизу, разъем R, снимаю скобу, беру новый дворник, оригинальный 28790JE20A. И одеваю на него вот этот фиксатор. Завожу дворник. И защелкиваю. Пробуем, как моет. Все, дворник заменен, этот дворник уже умер давно, но, как я и говорил, стоял не оригинальный, в принципе, подобрать можно любой. На этом все, замену дворника я закончил, всего вам доброго.